Всем привет, с вами Артём, и сегодня я хочу вам показать глич на деньги в GTA 5 онлайн. Он работает на Next Gen. Для начала вам надо определиться, какой у вас гараж первый, именно первый. То есть, когда вы звоните механику, этот гараж у вас стоит первый в списке. Именно с ним мы будем проделывать все дальнейшие действия. В общем, мы его определили. Его надо полностью забить машинами Elegy. Они бесплатные, продаются в интернет-магазине. Забиваем, неважно какого цвета. Вот, забили. Дальше подходим, берем именно вот эту машину. То есть, самую дальнюю, левую. Запомнили, что ее взяли, и выезжаем из гаража. Дальше нам надо будет поехать к Бенни. Ставим метку Бенни. Там вас должен ждать ваш друг, уже с подготовленным лоурайдером, то есть лоурайдер, который он найдет на улице. Если вы не знаете, какие машины относятся к лоурайдерам, можете посмотреть на сайте у Бенни. Вот, ну, в общем, я думаю, это будет несложно, там достаточно много их ездит. Ну вот, мой друг подготовил уже мне лоурайдер, сам он должен сидеть все это время в моей машине, в той Elegy, на которой мы выехали. На этот лоурайдер мы должны поставить только модификацию. Ставим модификацию. То есть вам нужны будут деньги. Примерно где-то миллион минимум, чтобы провернуть это дело. Ставим только модификацию. Вашего друга выкидывает из машины. Это ничего страшного. Вскоре LJ вообще пропадет. Поставили модификацию и едем к себе обратно в гараж. Вот. В гараж загоняем машину. Там он должен иногда сам заезжает, то есть спокойно, без вопросов. Иногда просит попросить перенести в другое место, в другой гараж какое-то транспортное средство. Вы нажимаете «Согласиться». И, в общем, ставите на место то место, с которого вы брали машину. То есть, ну, сейчас у меня выскочило, что там мотоцикл какой-то стоит мой. Просто меняем вместо него. Вот, неважно. Так, дальше. Дальше, что вам надо сделать, это открыть магазин. И купить Elegy себе. Покупаете Elegy и ставите на место этого лоурайдера, который вы только что привезли. Вот. Как бы он пропал, то есть его вы выкинули. Но еще он не появилась другая машина. Вы берете, ставите синий кружок и меняете местами, получается, заднюю правую машину с этой пустотой, которую вы только что получили. И выезжаете на этой машине, которую поставили вместо пустоты. Дальше опять же едете к Бенни. И опять вам ваш друг должен найти лоурайдер. В этот раз мой друг нашел такой же лоурайдер. Я советую попытаться найти лоурайдер Султан, так как за него больше дадут. Опять ваш друг сидит в машине, вы прокачиваете, теперь вы прокачивать должны по максимуму. Ну, насколько у вас хватит денег. То есть эту машину вы уже будете копировать. Чем больше прокачаете, тем больше вы с нее получите. Да, дальше. Едете на прокачанной машине опять к себе в гараж. Сейчас при въезде в гараж он должен попросить. Вот, пишет: в гараже нет места, вы соглашаетесь и заменяете эту машину на любую машину, кроме последних двух. То есть, кроме последних двух, с которыми вы работали. Заменили. И выходите пешком из гаража. Дальше. Обязательно не механику звонить, а зажимаете тачпад и выбираете запросить транспортное средство. Вот.
Он сейчас, механик должен привести средства ваши. Появилась опять эта же машина, которую вы только что вставили в гараж. Берете ее и заезжаете в гараж опять. Он опять пишет, в гараже нет места. То есть уже первая копия удалась. Опять выбираете до самого конца. Выбираете, так заполняете весь гараж, кроме последних двух мест. Вот. Это, так сказать, начало. Дальше. Сейчас я покажу, что делать, когда дойдете до последних двух мест. Вот. У меня осталось последние два места. Опять вызвали транспортное средство. Там каждый раз надо будет ждать 4 минуты, чтобы его запросить. Ни в коем случае нельзя выходить из сессии. Вот. То есть никуда не перемещаться. Вот. Заезжайте опять в гараж. Пишет, нет места. Ставите именно на место левой Элиджи. Поставили. Та еще стоит Элиджи. Выходите из гаража пешком. И обратно заходите в него. Вот. Таким образом у вас должно сейчас скопироваться все 10 машин. Вот. Скопировались все 10 машин. Ну что ж, думаю, это отличный глич. Сам я на нем уже заработал. Так, миллионов 35 нормально. Надо готовиться к будущему обновлению, которое выйдет 7 июня. Поэтому, думаю, этот глич очень нам поможет. Всем удачи!